Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте, в студии с новостным блоком Умар Тикеев. Коротко о некоторых событиях. Более 7 миллиардов рублей получат регионы, в том числе и Карачаево-Черкесия, победившие во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. Вопрос обеспечения бесплатным горячим питанием в школах республики, а также строительства автоматизированного программного комплекса «Безопасный город» обсудили в правительстве республики. Регион присоединился к акции «Тепло для героя», в рамках которой в республике проходит сбор теплых и вязаных вещей для военнослужащих. И магистрант КЧГУ Марат Айбазов вошел в топ-50 амбассадоров страны. Далее об этих и других темах подробнее. Военнослужащие из Карачаево-Черкесии торжественно возвращаются домой. Руководитель региона Рашид Тимрезов провел видеоконференцию с президентом России Владимиром Путиным по поводу ротации военнослужащих из Карачаево-Черкесии в связи с выполнением боевых задач. В формате видеоконференции с Владимиром Владимировичем обсудили вопрос ротации военнослужащих для доукомплектации заслуженного отпуска. Наши ребята все это время с честью и доблестью отстаивают будущее России и ее жителей. Теперь пора им передохнуть, прокомментировал глава республики. Руководитель региона утвердил сводный план тушения лесных пожаров в республике. Документ устанавливает перечень и состав лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря на территории республики, а также перечень сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, которые могут быть привлечены к тушению лесных пожаров. Подготовка к пожароопасному периоду начинается задолго до календарной весны. Контроль ведется в разрезе каждого муниципального образования. Карачаево-Черкесия вошла в перечень пилотных регионов новой всероссийской программы, которая призвана создать в стране настоящую экосистему по развитию молодежного предпринимательства. Участие в программе – это реальная возможность найти бизнес-партнеров и наставников, развить свое дело и интегрировать его в массы, объединиться с существующими федеральными и региональными бизнес-сообществами. Программа благоприятно повлияет на повышение компетенции и расширение возможностей для молодежи Карачаево-Черкесии. Кроме того, ее участники получат доступ к образовательной платформе. Комментирует информацию министр по делам молодежи Ибрагим Татаркулов. Следует обратить внимание на то, что та заявка, комплект документов, который был направлен для участия в конкурсе по определению пилотных регионов по реализации Всероссийской программы развития молодежного предпринимательства, программы и проекта Федерального агентства по делам молодежи, была признана одной из лучших. По количеству набранных баллов Карачаево-Черкесия вошла в топ-5. По качеству проработанности заявки, по, значит, качественно подготовленному комплекту документов. И мы очень рады тому, что нашу инициативу поддержали. В первую очередь мы выражаем свою благодарность главе Карачаево-Черкесской республики Рашиду Бориспиевичу Темрезову за то, что поддержал нашу инициативу по участию в данном конкурсе. Заместитель полпреда президента России в Северокавказском федеральном округе Максим Владимиров и председатель правительства республики Мурат Аргунов посетили Центр обработки вызовов системы 112 республики. Для них продемонстрировали работу системы и работу по организации автоматизации единых дежурных диспетчерских служб муниципальных образований республики. Максим Владимиров оценил работу службы системы 112 на территории республики, планы по автоматизации развития и дальнейшее развитие АПК «Безопасный город». Система 112 построена в 2018 году и введена в промышленную эксплуатацию на территории республики в 2022 году. За весь период было принято более 1 миллиона вызовов. Вопросы обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся, а также строительства автоматизированного программного комплекса «Безопасный город» на установочном совещании обсудили в правительстве региона. В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя президента России в Северокавказском федеральном округе Максим Владимиров, председатель правительства республики Мурат Аргунов и другие. Отмечено, что бесплатное горячее питание обучающихся в начальных классах организовано во всех школах. Всего питание
Крым охвачено 25 223 ребенка, что составляет 100% от общего количества детей, подлежащих питанию, сказал Мурат Аргунов. Он также отметил, что на сегодняшний день все школы республики вошли в федеральную автоматизированную мониторинговую систему питания. Кроме того, Карачаево-Черкесия является лидером в стране по числу обученных работников, ответственных за питание в школе. Более 7 миллиардов рублей получат регионы, победившие во всероссийском конкурсе на создание комфортной городской среды. Карачаево-Черкесия вошла в число субъектов, представивших лучшие проекты в конкурсе на благоустройство общественных территорий. Всего дополнительные средства на строительство парков, аллей и скверов получат 80 муниципалитетов из 48 регионов России. В 2023 году в республике начнется благоустройство парков в поселке Медногорском и Усть-Джугуте, а в региональной столице преобразится сразу две общественные территории. Каскадная лестница в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» и аллея пограничников на улице Доватора. 77 тысяч человек обслуживает сегодня Черкесская городская поликлиника. Нагрузка серьезная, отсюда очереди в коридорах и проблемы с попаданием к врачу в назначенное время. Но все изменилось, когда у поликлиники появился в Черкесске еще один корпус. Построили его в северной части республиканской столицы, оборудовав по последнему слову медицинской науки и прикрепив к нему значительную часть пациентов. Информацию комментирует главный врач Черкесской городской поликлиники Зураб Гугушев. Мы не можем перезагружать участки, тогда мы получим по определенным участкам, по определенным врачам просто колоссальные очередя. Мы же избегаем в первую очередь эти очередя. Почему нам вообще нужно было это здание? Чтобы здесь мы не скапливали население, чтобы люди не сидели, не ждали часами в прямом смысле прием к терапевту. Чтобы помощь и плановая помощь, необходимая населению, оказывалась в кратчайшее время. Не затягивать это неделями, а по возможности в этот же день заявки или на следующий день мы могли это реализовывать. В связи с этим и были приняты все вот эти меры. Карачаево-Черкесия присоединилась к акции «Тепло для героя», в рамках которой в республике проходит сбор теплых вязаных вещей для военнослужащих. 600 комплектов термобелья, 400 балаклав и 100 пар носков отправили Северокавказская государственная академия и региональное отделение партии «Единая Россия». Теплые вещи предназначены военнослужащим из нашей республики. Часть теплого и ценного груза адресована военным 34-й мотострелковой бригады. Остальное уже в ближайшее время получат мобилизованные из Карачаево-Черкесии, которые проходят службу в составе 100-й отдельной разведывательной бригады. Каждому комплекту учащиеся академии приложили письма со словами поддержки. Это не первая акция «Единой России», в которой принимают участие коллектив и учащиеся академии. При содействии регионального отделения партии ВУЗ уже направил более 15 тонн гуманитарного груза жителям Донбасса. На территории Карачаево-Черкесии проходит всероссийская акция «Письмо солдату», приуроченная ко Дню защитника Отечества, и продлится она до 28 февраля. В рамках акции дети пишут письма военнослужащим и участникам специальной военной операции со словами поддержки и поздравления с Днем защитника Отечества. Все письма будут доставлены в места дислокации военнослужащих. Зачем нужна страховка и от каких рисков она защитит? Как управлять своими финансами и как не попасться на уловки кибермошенников? Об этом и многом другом слушатели узнают во время весенней сессии онлайн-уроков финансовой грамотности, которая началась в январе и продлится до 21 апреля. В проекте «Банк России» могут принять участие школьники с 8 по 11 классы, а также студенты колледжей Карачаево-Черкесии. Уроки проходят в режиме реального времени, в учебном плане 23 темы. Отдельный блок онлайн-уроков посвящен профориентации. Сотрудники Музея Банка России подготовили уроки по истории денег древней монеты. Школьникам расскажут, как появились первые копейки, об исторических денежных реформах и их деятелях. Эксперты научат также расшифровывать чеканные рельефы на старинных монетах. Комментирует информацию помощник управляющего отделением Банка России по Карачаево-Черкесии Магомед Биджиев. В прошедшем году в онлайн-уроках весенней и осенней сессии приняли участие почти 90% школ и колледжей Карачаево-Черкесии. Всего же учащиеся республики посмотрели вебинары Банка России более 70 тысяч раз. По сравнению с 2021 годом количество просмотров увеличилось как в школах, так и в колледжах на 4 и 6 тысяч соответственно. Подключиться к онлайн-урокам можно как классом или группой, так и индивидуально.
Расписание и инструкция по подключению размещены на сайте проекта www.dni-fg.ru. Всероссийский студенческий проект «Твой ход» запустил специальный марафон для амбассадоров. Амбассадоры – это лидеры студенческих сообществ, молодые ученые, лучшие представители творческой и спортивной молодежи со всей страны. Они прошли тщательный отбор и большую подготовку. Магистрант Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева Марат Айбазов вошел в топ-50 амбассадоров конкурса. Сейчас Марат занимается деятельностью по привлечению новых участников. В эти дни в выставочном павильоне Карачаево-Черкесского историко-культурного и природного музея-заповедника проходит выставка «Уникальное культурное наследие народов Карачаево-Черкесии». Выставка знакомит с основными занятиями, образом жизни и традициями народов республики. Каждый из этих экспонатов демонстрирует искусство местных мастеров, тонкий вкус носителей культуры, формируя поистине сокровищницу, благодаря которой мы можем сегодня познакомиться с богатым культурным наследием этих народов, отметила старший научный сотрудник сектора современной истории музея-заповедника Ольга Холодова. Для посетителей представлены этнографические материалы, рассказывающие о духовной и материальной культуре субъектообразующих народов нашей республики. Это предметы быта, изготовленные из дерева, керамики и металла, вышитые платки, ювелирные украшения, такие как нагрудники, пояса. Все это дополнено этнографическими фотографиями конца 19-го, начала 20 века фотохудожника Дмитрия Ивановича Ермакова. В преддверии посевной кампании 2023 года Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора напоминает сельхозпредприятиям Карачаево-Черкесии о требованиях законодательства в области земельного надзора и безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, комментирует информацию государственный инспектор управления Роман Седых. В соседнем с республикой Ставропольском крае фиксируются случаи массовой гибели диких животных на полях. Установлена прямая связь гибели животных с размещением приманочного материала для мышевидных грызунов. Фермеры размещали протравленные зерна на поверхности участков, что привело к экологической катастрофе. Приманочный материал необходимо размещать непосредственно в норы грызунов. Это исключает его поедание нецелевыми видами животных. Также управление Россельхознадзора обращает внимание, что к применению допустимы только те пестициды, которые входят в утвержденный Министерством сельского хозяйства государственный каталог пестицидов и агрохимикатов. В Черкесске состоялись республиканские личнокомандные соревнования по стрельбе из пневматического оружия «Юный варшиловский стрелок» на Кубок атамана Баталпашинского отдельского казачьего общества. В состязаниях принимали участие 12 команд в общей сложности 60 человек. Для ребят провели лекцию по оказанию первой медицинской скорой помощи, затем состоялся любительский турнир по шахматам. Участники соревнований также написали поздравительные письма защитникам Отечества. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается облачная погода. Снег, местами сильный снег. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха от 0 до минус 5, в горах местами до минус 11. На дорогах гололед, местами снежные заносы. В горах Карачаево-Черкесии лавиноопасно. В Черкесске днем умеренный снег, ветер западный 6-11 метров в секунду. Утром на дорогах местами гололед, снежные заносы, а столбик термометра опустится до 3 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Умар Текеев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!